Смотри, как красиво, Ваня. Пойдем. Пойдем. Ты не в ту сторону ногу ставил. Давай. Давай. Пойдем постоим. Пойдем на улицу застегнем. Я не знаю, пойдем посмотрим. Курить кто-то вышел, значит, наверное, стоит. Я не услышал, там были. Пойдем, Ваня. Ты все? Пойдем. Давай. Ну мы сейчас чуть-чуть, и потом дальше поедем. Давай, папа, на улицу застегнем. Ой, какая. Что, слетел? Ну, пропусти людей. Ладно, верни. Не знаю, мы тоже хотим. Надо застегивать сандали, прежде чем ездить. Давай, вставляй. Учись, давай застегивать сандали. Пойдем, Андрюх. Ты что сделал, вид, да? Да я пытался. Потому что две руки нужны, чтобы пойдем. Смотри, это чудо-печка, Ваня. Это, видишь, кипяток тут, 100 градусов почти. Пойдем. Пойдем, Ваня, дальше. Пойдем. Давай ручку, чтобы выйти через мост этот. Тихонько, только за ручку. Ух ты, как красиво. Ух ты, как дышится хорошо, да? Кедровые орешки, видишь? 8-9. Вот Тобольск здесь. А до этого что, был не Тобольск? Нет, спасибо. Ваня, не трогай рыбу. Ваня, фу, руки будут пахнуть. Да что, вкусно пахнуть будут. Ну и еще один. Рыбак. А это кто? Это Сётр. Уважаемые пассажиры. Ну, Сётр, есть разные разновидности. Есть большие, есть маленькие, есть мусор, есть жарик. Спасибо. Для оформления проездного документа милиция на поезда дальнего следования. Она запрещена, но здесь производят, здесь... выращивают его. Пассажир при посадке в поезд дальнего следования. А в какую цену у вас они? Не, просто хотя бы узнать цену. 100 рублей маленький стедок. Жирик 500. Не, просто по цену узнать. Андрей, Ваня, я за Ваней смотрю. В случае отсутствия оригиналов выше указанных документов, пассажир в поезд не допускается. Для посадки в поезд детей необходимо предъявить оригинал свидетельства о рождении или нотариально заверенную копию свидетельства о рождении. Там что, на верхней посадке? Жерик, стерлядка. Что надо? Иди сюда, Ваня, папе. Что понравилось? Подожди, Ваня, давай посмотрим там горы. Иди сюда, посидим на скамеечке. Тобольск, 24 градуса. Сегодня уже 10 июля 2023 год. Мы едем в отпуск к бабушкам. Скажи, что ты хочешь бабушкам сказать? Ири! Бабушке Ире едем? Пойдем к маме в ту сторону, то поезд сейчас может уйти. Пойдем к маме. Ваня, туда иди, к маме, в ту сторону. Поезд едет, да. Смотри, какие рельсы, да, большие. Стоянка поезда 20 минут.
Пойдем туда к маме, пойдем. Смотри, мама идет, Вань. Ваня, стой, не ходи. Без папы нельзя, тут поезда ходят. Надо быть осторожным. Так хорошо, да, прям плюс 24. Ваня, подожди, стой, смотри, собачка идет. Ты видишь собачку? С той стороны. Сядь, посмотри, собачка. Иди на папу посиди. Смотри, это как будто из этого, из маски. Помнишь фильм про маску, собачка такая же, смотри. Где? Комбой их едет. Поезд. Где? Сейчас увидим. Красная голова. Пират. Ой, смотри, собака такая красивая. Они сколько... Собачка, Калай. Смотри. Пойдем догонять Андрюшу. С мамой. Пойдем? Догоню. Ваня, туда не ходи. Пойдем к маме лучше. Смотри, Андрюша так как быстро с ума. Привет, так он тогда тоже подъедет. Пойдем. Ты скажешь, привет, я Ваня, а ты поезд скажешь, да? Помаши бабушке. О, ух ты! Помаши бабушке. Вот так, скажи привет, бабушка. Пойдем, пойдем к маме, а то поезд сейчас без нас уедет. Пойдем, за ручку давай. Надо не теряться, с мамой стоять надо. Да, это наш поезд. Что ты говоришь? Да. Беляш мороженое есть. А в какую цену беляш? 100 рублей. Ну давай возьмем беляшек. Они свежие, да? Свежие, всегда свежие. Что хочешь, то берем. Давай, Катя, говори. У нас 29-й киоск у меня. Так, это сколько? Хорошо. Сколько беляшей? Да давайте один, пока у нас еще тут курица. Так, с есть. Картошкой, с капустой. Беляш, картошка, с капустой. Нет, имею в виду пирожки. Свежие-свежие, с холодильника, вечерние. А мороженое в какой цене? Мороженое есть 100, 150. Да не надо пока, спасибо. Вот. Ага, спасибо. Чё? Вот это какой идет. Еще один? Давайте еще один беляшек тогда, да? Один беляш. По 100 рублей в Тобольске беляшки, да? А вы с 500 сдадите, нет? Да. Удобно разменять. Катя, держи, смотри за Ваней. Ваня, иди сюда за ручку, быстро маму взял, поезд едет. За папу, за ночь, бери за ручку. Вставай. Здесь, держись. Держите. Ага, спасибо. Подержи телефон, Ваня. Отойди, Катя, в сторону. Какой поезд, да? Ваня, стой здесь рядышком, за папу держись. Какой поезд? А куда это он едет? Он, наверное, едет в Новый Уренгой, да? Потому что больше эта ветка никуда не идет. Через Ноябрь. Помаши ему. Дай папа на тебя посмотрит. Помаши папе. Помаши папе, Ваня. Мы в отпуске. Жара. Ура. Вот эта жара чувствуется. Поднялась на 1 градус. Вот это жара. Да, Ваня? Смотри, Ваня, давай, стой, помаши папе. Скажи, баба, привет. Привет, баба, смотри. Ты тоже хочешь посмотреть, что там получается? Какая красота.
Новый Оренбург на поезде написано. Пойдем к маме, пойдем. Ладно, пойдемте в вагон. На первом пути станция вагонов начинается с головы поезда. Благодарим за внимание. Пойдем снимем наш 13-й номер. На видео. Смотри, Казань, Новый Оренбург. Ижевск, номер 13, вагон. Помаши папе ручку. Вагон. Пойдем в поезд, пойдем. 10, 27, 25 градусов. Пойдем. Ваня, пойдем, заходи. Мама уже зашла, сейчас поезд без нас уедет. Ты не хочешь ехать, что ли? Смотри, мусор надо выбросить. Пойдем. На поезде. А как ты хочешь ехать? На ручках у папы хочешь? Угу. Пойдем к на ручках в поезд зайдем, да? Угу. Погуляем. Еще хочешь погулять? Угу. Надо спросить у проводника, сколько он будет стоять поезд, чтобы погулять или не погулять. Угу. А он долго еще стоит поезд? Стоит пока. Пойдем. Жарко папе уже. Нет. Ваня, так смотри, поезд сейчас уедет без нас. Ты не хочешь, что ли, ехать к бабушке? Заходи. Пойдем, там мама пирожок вкусный с мясом. Пойдем, Ваня. Пойдем, проходи к маме туда, подальше. Ваня, пойдем, мама же ждет. Пойдем, продвигайся к маме. Пойдем к маме? Нет. Не пойдешь к маме? Это не Серега, это Серега хвастает. Ваня, ты устал? Спать хочешь? Эти вагоны у них заберут и все. Андрюха, ты к нам пошел? Так, пропускаем. Сейчас я отодвину вторую. Что, папе хочешь на ручки? Нет, туда нельзя выходить, там поезд открыт. Сейчас он поедет. Смотри в окошко. Не смогу. Почему? Ты спать, Андрюшу, хочешь? Жарко, что ли, вам? Тебе жарко, Ваня? Андрюша, тебе жарко? Ваня, туда не надо ходить, там поезд сейчас поедет. Ты же не хочешь без нас остаться там? Хочешь водички у мамы попей, холодник? Андрюша засыпает уже, наверное. Так, давай пропустим, Андрюша. Опа. Угу.
Хочешь на папе посидеть? Садись на папу посидеть. Надо дальше ехать. Андрюша, не ходи туда, выходи давай. Андрюша. Так, все, стой. Надо пропустить. Пропускаем всех. Пропускаем. Андрюша, куда пошел? Нельзя туда. Андрюша. Пойдем. Не-не-не, там нельзя. Давай туда, к маме. Так мы сейчас поедем, Андрюша. Мы сейчас поедем. Давай, пропускай. Пойдем к маме, пойдем. Ты к маме просто захотел уже водички попить. Пойдем, жарко, им надо снять футболку на носу. Пойдем к маме. Не хочешь? А хочешь, сниму с тебя маечку, чтобы тебе жарко не было? Снять, маме? Снять с тебя маечку? А? Ну да, наверное. Это пальчики. Маме возмущать, говорит. Мама, возмущайся. Мама, не возмущайся. Скажи привет большому городу, мама. Опа, какому? Который нас будет смотреть. Ленка? Скажи привет. Привет. Ваня, скажи привет. Ну вот, билеты купили по 100 рублей. Ну вкусные. Ну вкусные билеты. Собачкам, собачкам. Нельзя в сандалии писать, какать ходишь в сандалии. Здесь сейчас грязно. Собачки бегают. Вы тут лицом нашли. Лицом нашли.